На сегодняшний день отряд юных инспекторов движения – одно из самых массовых детских движений в стране. Юные инспекторы изучают правила безопасного поведения на дорогах и активно знакомят с ними своих сверстников, а также помогают сотрудникам госавтоинспекции в проведении акций и мероприятий. В Смоленском районе, в поселке Пригорское, инспекторы ДПС провели занятия с юными инспекторами на тему использования светоотражающих элементов в темное время суток. Затем школьники вышли на улицу вместе с сотрудниками дорожно-патрульной службы и провели акцию «Будь ярче на дороге». Юные инспекторы обращались к водителям и пешеходам и объясняли им важность соблюдения правил дорожного движения и использования светоотражающих элементов.